Давайте послушаем речь великого геополитика и полководца из Хоси-Юрта, который захватил Киев за 2 дня. Америка, трепещи. За нами Россия. Вместе мы сила, и мы победим не только Украину. Украина с нами не воюет. Мы и НАТО победим. И вокруг натовских, которые вокруг ходят на союзники натовских, да, государств, тоже накажем. Америка, да, зная, что они далеко, вякают и используют, да, европейские государства. Они нам, да, пишут против санкций, и тем государствам тоже самое, да. А мы что должны делать, да? Если была бы моя воля, я забирал бы всех этих европейских государств, которые сегодня ни гроша не стоят, знают свою цену и называют имена нашего президента, называют, да, непристойно о народе Российской Федерации государства. Я потихоньку забирал этих государств, и у Америки тогда не осталось бы союза. Кстати, может Кадырову начать войну с Америкой хотя бы возвращением своего ручного бойцовского пса Чимаева, который тешит американскую публику в местном мордобойном промоушене.